Тихо. День был туманный, пасмурный. И вдруг эту тишину разорвал гул орудий. Рассказывает генерал армии Иван Иванович Федюнинский, бывший командующий 2-й ударной армии. Началась артиллерийская подготовка войск 2-й ударной армии 9 часов 35 минут и длилась в течение 65 минут. За это время, не считая морской артиллерии, кораблей, береговой артиллерии, артиллерии Кронштадта и фортов Красная Горка и Серая Лошадь, было выпущено 100 тысяч снарядов на голову врага. После этого наши части перешли в наступление.
Это был массовый героизм. Была освобождена Ленинградская область, и город вздохнул свободной грудью.